О, Рубин вышел из отпуска! Снимай! Наконец-то пришла новость, что наш любимый клуб прибыл в турецкий Белик, где начали подготовку к первой Мобет-лиге. Лучшая лига в мире. Готовить команду будет Юрий Ульткубаев. Говорят, что скоро с ним подпишут контракт. Лично для меня это хорошая новость. Мне понравились изменения, которые он внес в команду. На сборы приехали почти все игроки. Отчет с первой тренировки. Видно, что игроки приехали в хорошем настроении. Либо отдохнули хорошо, либо соскучились по тренировкам. Но это не точно. Из аренды в команду вернулся Ломовицкий. Пока его будущее в команде неизвестно. А вот похоже про Самошникова все стало понятно. Говорят, что Илья подписал предварительные соглашения с Локомотивом. Что ж, любимый игрок моей мамы уходит. И это грустно. Это печально. С вами я надолго не прощаюсь и вскоре увидимся.